Друзья, привет! Это Зинаш. Сегодня 11-е, где-то 9 утра. Вчера привезла маму. Ехали всю дорогу. Блин, рука горела там, где оса укусила. Не знаю, оса, наверное. Мама говорит, это, наверное, не оса, это, наверное, шершень. Я говорю, не знаю, может, оса, может, шершень, может, какая-то еще хрень укусила. И вот, как я вам показывала, красное было. Вот. Там, где укусила, прямо такая черная точка появилась, там как загноение. Взяла алоэ, мама говорит, алоэ приложи. Хотела Вишневского, мама говорит, алоэ. Алоэ приложила, этим пластырем залепила. Легла спать. Ой, чесалась, лежала всю ночь. Не так чесала, а вот так вот чесала. До локтя. Без 25. Проснулся от того, что тут Арсентий. Писклявым голосом лает, 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 лает. Ну, блин, наверное, ежик не перестает. Встала. Там вот, где малина, к бассейну идешь. Вот такая ежиха, наверное. Здоровая. Сейчас видео скину, не скидывал еще. Хотела ведро принесла, палкой хотела загнать ведро. Арсентий прям укусил ежика и подкидывает, кусает и подкидывает ему, как он губы не проколол себе. На улицу вынесла, их соседки там у нее низенький огород, закинула туда. О, моя красота идет. Где она? О, за бабочками побежала. Нет, ее не видно. Симона напросилась на улицу. Утром встала, смотрите, вот локоть. Это вот глину намазала. До локтя вот покраснение, до локтя пошло. И вот это опухло все. Горячее, горячее. Вот, тело прохладное, а это прям горит. Потом в бане у меня была глина с салакуля. Я привозила, дочь привозила прошлый год. С мужем ездили. Она соленая, глина соленая. Намазала пищевой пленкой, прям по глине обмотала. А дома были такие трубчатые повязки. Но она узкая, и не знаю, на какую этот. Она вот, вот сюда, сюда вот еле налезла, вот сюда вот как раз. А сюда уже здесь тянула бы. Но пока оставила, думаю, так пускай пленка, пищевая пленка прилепила, подмочила. Горит. Вот. Опухоль вот сюда, видимо, сползает вниз. Краснота вот отсюда. Вчера вот такая была краснота. Сегодня краснота вот так. И горит. Здесь горячая, здесь вообще кипяток. А вот здесь прохладно, вот, прохладненькая. Здесь горит через глину. Ух, сейчас пришла, сняла сетку, видите? Ой, не видите вы. Вот, от поддона до этой сняла сетку. Сейчас принесу поддоны. Мама тоже вышла сейчас. Села там на стульчике возле дверей. И говорит, ой, что-то голова кружится. Мама плохо себя стала чувствовать. Пошла, глаза она закапала. Я вентилятор включила, там окна открыты. Все. Так, облачка над городом вон. Над городом. Пасмурно. А у нас вот такое вот небо, сейчас покажу. Вчера вечером, ой, гром, молнии. Дождик так прошел, он Симона в огороде ходит. Так, дождик немножко полил, потом дождя не было, но громыхает гром, молнии прямо, как громыхнуло. Такое ощущение, что крышу сносит. Сейчас прохладненько. Симона, 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 красота моя, кель. Ловушка идет моя. Вот. Сейчас начну. Пока пасмурно. Хотя вот эту сторону сделать нужно. Забор. Зарядку сегодня, друзья, не делала. Во-первых, встала. Начала. Начала завтрак готовить. А потом рука болит. Фух, мошкара летает.
и не до зарядки сегодня, потому что рука болит страшно. Горячая-горячая. Глиной обмазала. А, пошлите. Пошлите работать. Ой, встану сейчас. Где мои перчатки? Сейчас я поддоны принесу. Неудобно цепляется за эту, за траву. Лариса, вы говорили, плохо слышно. Ну, микрофон. Микрофона нету. Вот так вот поставлю вас. Я там, в принципе, не болтаю. Надо здесь траву поскосить. Забор ставить. Так, немножко. Немножко поработаю. И прямо в пот бросает. Фу, прям в рот мошкара залезла. Здесь стяжки нужны. Ух ты, где-то стяжка была двойная. Где-то посеяла. Ну надо же. Целых три стяжки. Видите? Вот так беру. Карман положила стяжку тройную. Ой, мошкара мелкая. Мошкара или она? О, вот. Вот смотрите. Мне там нужно ходить. А эта красота вон легла туда. Вот так вас поставлю тогда, чтобы вы не упали. Ее надо обходить. Ой,
прямо в пот бросает. Ой, по-моему, один поддон по длине, блин, не подходит. Надо, наверное. Сейчас я вам покажу. Видите, насколько длиннее. Вот если впритык сделать, она будет вот так. Он мешает. А вот эту штукенцию, хрен ее сейчас выдернешь. Так, так, надо будет. Калитку вначале. Уф, мошкара прям лицо. Соседская овчарка ноет. Опа. Видите, на проволоке сделал, потому что временно. А ничего нет постоянного, чем временное. Фух, прям лицо. Вроде не сильно так и работаешь. В пот бросает прямо. По спине бежит. Блин, противно как. Пока дверцу уберу. Как я теперь вытащу ее? Я ее захреначила глубоко. А нет, вышло. Так, шланг, наверное. И пока шланг, пускай там будет. Сейчас вот эту сторону. Фух, мошкара. Фух. Замотала. О, замотала проволокой. Благо, проволоки-то полно, брат привез. Телефонный этот, многожильный. Фуф, аж жужжат, то ли мухи, то ли какая-то мошкара. Мелкие эти оводы. Она там в траве все, блин, не видно. Ой, кто-то кусает, что ли. Ой, ой, еще не хватало навернуться, блин, для полного счастья. Ой, короче, срежу уже. Надоело мне. Вытаскивать. Сейчас вот сюда повешу. Сейчас я вас поближе поставлю. Вот так. Блин, траву надо убрать еще.
канцелярский. Нож сломала. Трава через сетку заросла, блин. Огрызок остался. Вот так. Сейчас я маленько вас на паузу поставлю. Ну все. Столбы убрала. Так, а где? Блин, одно принесешь, другое забудешь. А где арматурина здесь? Ну ладно, сейчас я вот эту же вобью. Так, как бы мне сделать? Сейчас. Так. 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 А эту? Этот столб здесь должен стоять. И к нему прикрепляется калитка. Ой, ой. Так, хватамба. Надо этим. Одной стяжкой. А нет, здесь надо будет сразу калитку пристегивать. Тогда. О, охраняй. Все два поддона закрепили. Да, Симона? Да, моя красота. Не любит, когда гладят ее. Да, моя красавишна. Вам там видно, не видно? Сейчас я вам покажу, как там скрепляю. Вот это уберу. Вверху закрепила и внизу. О, пойдет? Пойдет, надо к столбу там привязать. Так. Теперь этот шлангометр. Где моя калитка? Импровизированная. Здесь она. Ой! Так, вот этой стороной делаем. Блин, сюда надо бы эти стяжки. Сейчас. Одной стяжкой будут держаться, не будут. Ой, нет. Одной нет. Одной мало, двух много. Пока на проволоку привяжу. Пока на проволоку. А там у меня есть маленькие стяжки. Я маленькими стяжками закреплю. Пока пускай будет так. Так, этой проволокой. Этой проволокой пока. Закреплю, чтобы дверца не упала. А потом я до ума доведу. Фух. Вот что ты такого делаю, смотрите. Видите? Вот, смотрите. Что ты будешь делать, а? Так.
Теперь туда поддон надо ставить. Где поддон? А, надо принести. Все, друзья, сейчас пока на паузу. Все, принесла я поддон. Ой. Разворот. Ой. Так. Что-то забор опять. Тю-тю-тю-тю-тю. Кривенький пошел. Так. Теперь этот столбик, блин, он длинный, как мне его забивать? Так вот, вот так надо забивать, он длиннющий, 2 метра, у меня даже росту не хватит, сейчас попробую. Сейчас вот эта хренота упадет. Нет, нужен стульчик. Где у меня стульчик? А фиг его знает, где мой стульчик. Блин, не получается мне. Ой, надо поддон. Брусик хотя бы. Сейчас я железную сетку принесу хотя бы. На нее встану. Помните такие сетки? Бутылки сдавали в них. Где тут дырка? Так. Так. Опа. О. Капец. Тяжело, блин. Не входит, блин. Там корни. Сейчас я вам покажу, какой высоты там, блин. Машкара прям в глаза лезет. Вон. Какой высоты. Фу, глаз. Мелкая-мелкая машкара. Шатается еще. Может подать? Ох! Твою бабушку. Дальше может встать. Вот тут сторону переверну. Нет, вот так упаду я. Вот так вот. Ой. Ой, ну хватает. Потом если что. Фух. Добью до конца. Ой. Ой. Где мои? Эти. Так. Так. Фу, как жужжа прям мерзопакостная. Ой, блин, чуть-чуть не хватает. А мы вот так сделаем. О, о, ой.
Фух. Все. Фух, надо отдохнуть. Я же сгораю здесь. Фух. Сейчас я лицо смахну. Ну, что там, друзья? Давайте с вами посмотрим, сколько осталось. Вон тачка, это угол. Короче, от этого поддона, по-моему, два. Два. Да. У меня вот один есть. Принесла. Один закреплю. Еще один поддон. Нужно будет расклинать. Нет, не один. А два поддона нужно будет разобрать. Я так думаю. Вот сюда один. Вот от этого один. Потом еще один. До угла это два. И мне кажется, тот угол нужно вывести. Еще один поддон. Значит, у меня один поддон готов. Еще два поддона нужно расхреначить. Ой, все, друзья. Я сяду. А я... Ой, сяду. Вы меня извините, друзья, я вас мотаю туда-сюда. Вот так вот. Все. Все под рукой. И вода, и мошкара. Вот вроде бы пасмурно. А это... То ли духота, то ли... Ой, у меня, смотрите, рука расфигачилась вот эта вся. Я ниже локтя же сделала. Работаешь локти. Где там у меня? Хоть посмотреть в камеру, где. Здесь ползло. Ну, короче, такие вещи нужно типа компрессы прикладывать и лежать. Ну, сейчас я закончу забор, хотя бы до угла. Потом пойду опять. Хорошо там. Симона! Ох, кусают опять что-то меня. Мелкая мошкара. Сейчас кто-нибудь опять, та женщина зайдет на канал, скажет, ой, опять ни о чем. Чего вы там снимаете? Это жизнь. Смотри, цапнули мошкара. Это жизнь. А кто сделает забор? Мама вчера приехала, говорит, ой, как красиво стало. Я говорю, ну да. Так что, наверное, сделаю до угла. Потом один поддон выведу на ту сторону. А там пока, друзья мои, трогать не буду. Потому что там кукуруза, а там веники. Во всяком случае, пока, пока мама здесь. Потому что мама... Сейчас. Симона! Села перед дверью, орёт. Потому что мама сейчас под предлогом, чтобы она глаза закапала, она домой зашла, легла. А так она выскочит на улицу. Симона! Киль! Киль, моя красота! Все, друзья, сейчас выложу ролик с ёжиком. Ночное происшествие. Зарядку сегодня не делала. Людмила Озерова. Сегодня не делала зарядку. Девчонки, все пока. Друзья мои, други, подруги, недруги, ваша Зинаш. Пока.